Всем привет! У нас, значит, салон на дому, и мы делаем вот такие ноготочки. Ну-ка, покажи, какие. Вот такие мы захотели ноготочки сделать. Так вот сделай. А, вот. Вот так вот красиво получилось. У меня тоже новый маникюр, но у меня вот такие цвета. Вот, у нас новая лампа, вот такая вот, новые лаки мы купили, вот, в общем, маникюр дома. А это наш новый телевизор, я его брала в кредит. Вот. Ой, я все мокрая. Вот видишь, смотри, как на камеру чисто-чисто. Значит, камера, мол, сравнил тоже. Только вот рукой вожу, когда. Ты не вози руку. Мама, не разливай. Такой смешной. Вот эту бусечку еще сними. Вот эту вот бусечку. А? Бусечку, бери вот эту сними еще. Она на диване не сикает, слышишь? Она на диване не сикает. Хорошо. Просится вниз. Доход. У нас вечер. 7 часов вечера и начала цвести сирень. Вот такие вот уже цветочки. Проходишь мимо, такой запах. Вот. Вот. В общем, скоро наша сирень расцветет полностью. Вот. А тут наша псарня бегает. Вот что делает. Да, Микки? Обижаю тебя. Вот так наша подросла Шелби. Шелби подросла. Да, Шелби? Вот так играются они. Ай, ай. Ну все, 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 все. Фу, фу. Хотела и заснять, но не получается. Они на меня прыгают. Оба. Вот еще один. Все, фу. Мы отгородили им, чтобы они тут бегали. И ничего не стали здесь сажать. Вот так вот малина, деревья, и все, больше ничего нет. И немножко вот здесь это клубника растет, землянички. Вот, в общем, ничего здесь нету. Вот так они мне что вытворяют. А, вот что вытворяют. Вот что вытворяют. Вот. Наша псиночка. Ну, на этом все. Всем пока-пока.